Рекорд. Теперь работает. Спасибо, что напомнили. Значит, математический маятник. Значит, это дифференциальное уравнение, которое устроено таким образом. Значит, мы считаем, что у нас... Ну, давайте я нарисую эту картинку. Значит, вот у нас есть, собственно говоря, сам маятник. Он представляет собой невесомый стержень такой, к концу которого привязан грузик, и который может свободно вращаться вокруг вот этой точки подвеса. И дальше здесь нужно ввести координату. Значит, давайте считать, что вот это вот у меня будет координата x. x — это на самом деле угол. Можно было бы написать φ. И, соответственно, дальше, ну, там, если сделать немножко каких-то преобразований тригонометрических, там возникает уравнение, которое ну, там, в подходящем масштабе выглядит как x с двумя точками равняется минус синус x. Значит, ну, примерно понятно, почему так, потому что давайте считать, что у меня это маятник с единичной длиной, и тогда получается, что на груз действует сила. Давайте считать, что эта сила тоже единичная, просто для простоты. Можно перемасштабирование всегда такого добиться, там изменения и единиц измерения. И тогда, значит, вот эта сила с длиной 1, если ее, понятно, что значит, я могу ее разложить, так сказать, в направлении вдоль, понятно, что эта сила полностью компенсируется силой реакции опоры, и в направлении касательном, и как раз вот это вот в касательном направлении компонента, она равняется синусу x, точнее, минус синусу x. Вот, поэтому получается вот такое уравнение, x с двумя точками равняется минус синус x. Ну и давайте смотреть, что здесь происходит. Значит, если у нас возникает, ну, естественно, мы его сразу переписываем в виде системы. Допустим, x точка равняется, ну, давайте v. V с точкой равняется минус синус x. И дальше вот у этого уравнения уже есть первый интеграл. Значит, у него есть первый интеграл. Ну, на самом деле мы знаем, что всегда вот у такого у уравнения такого вида всегда есть первый интеграл такой. V квадрат пополам. Кинетическая энергия для единичной массы. Значит, что здесь нужно сделать? Вычесть. Или что-то нужно прибавить. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия. Это кто такая? Должен быть интеграл. Тут нужно то ли с минусом взять, то ли без минуса. Но давайте пока считать, что вот так. А кто помнит, как правильно? Вроде у вас в конспектах было, что если вот мы обозначим x двумя точками равняется f от x, да, то у нас u в квадрате пополам плюс минус интеграл от f от x по dx. Угу, да, то есть, короче говоря, здесь нужно поставить, тут нужно плюсик поставить. Да. Значит, вот такая штука является первым интегралом. Значит, интеграл от синуса x по dx — это минус косинус. Значит, получается, что это есть v квадрат пополам минус косинус x. Да, правда я говорю? Вот, и если теперь построить линии уровня этой штуки, то выглядеть они будут как-то так. Значит, давайте представим себе, как выглядит вообще линия уровня, значит, вот такой вот функции. Ну, давайте попробуем нарисовать график в 3D. Значит, вот у меня здесь будет x, а вот тут у меня будет v, а вот тут у меня будет z. Я рисую график, z равняется... давайте я эту штуку обозначу h от x, v, как обычно. Я буду строить график, z равняется h от x, v. Значит, что мы получаем? У нас здесь возникает минус косинус. Если v равняется нулю, то это просто график минус косинуса. То есть это просто какая-то... Значит, вот такая штука.
Можно вопрос? Угу. Квадрат не должен быть вместо косинуса синус. Ну, то есть, не знаю, я пытаюсь проверить, но, к примеру, если мы поставим энергию равную нулю, да, тогда у нас, ну, допустим, какую-то нулевую точку поставим, где у нас нулевая скорость и нулевой и, да, этим должен быть двигаться, и энергия должна быть 0. Да. Если мы поставим 0 в скорости и в x, тогда у нас получится минус 1 косинус от, от Да. нуля 1. И там это не должен быть синус. Сейчас не совсем понял ваше возражение. Но получится косинус равный единице, и что? Мы же это достали из энергии, нет? У нас так получится, что у маятника, который висит в самом низу, и у которого скорость 0, у него, по идее, энергия должна быть 0. Нет, смотрите, значит, история такая. Дело в том, что вот эта слагаемая потенциальная энергия определяется с точностью до константы. Она как бы сама не имеет смысла, имеет смысл ее перепад, разница между значениями в двух точках. Поскольку здесь, в общем, неопределенный интеграл стоит. Ну и на самом деле понятно, что если вот эта штука первый интеграл, то если мы к ней добавим константу, то тоже будет первый интеграл. Поэтому никакие утверждения про то, что энергия должна равняться чему-то конкретному в какой-то точке, они не имеют смысла. Значит, энергия будет равняться в данном случае там, минус единице. Ну и хорошо. В этом это ничего не противоречит. Хорошо, понял, спасибо. Вот. Значит, смотрите, если V равняется нулю, то это просто минус косинус, вот я его нарисовал. Ну а дальше нужно... А дальше, с другой стороны, у нас по V есть вот такая параболка. Значит, получается вот такая вот параболка вот в этой плоскости. Ну и, соответственно, мне нужно будет эту косинусоиду, точнее, минус косинусоиду вот так вот двигать. Значит, будет какая-то вот такая вот штука. Тут мне трудно ее нарисовать сейчас ручкой. Но, в общем, как-то вот так-то она будет, нет. Как-то вот так-то она будет выглядеть. Значит, давайте я попробую еще, что ли, параболок нарисовать. Значит, такой как бы желоб получается, который идет вдоль вот этого косинуса. Вот. Ну и на самом деле, если нарисовать линии уровня, то они будут такими, смотрите. Значит, ну вот давайте посмотрим вот на вот эту точечку. Эта точечка, значит, вот вблизи этой точки, что у нас происходит? У нас по горизонтальной оси идет вот такая вот параболка, и по, так сказать, по оси X идет вот такая горизонтальная парабола, и по оси V идет такая вот парабола. Ну и на самом деле, если просто на эту картинку посмотреть, ну что такое? И, значит, это примерно там, косинус X, это примерно просто... Ну, минус косинус x – это примерно x квадрат пополам. Если косинус там в ред-тейлор разложить, он там будет аппроксимироваться параболой. Поэтому это просто что-то типа v квадрат пополам плюс x квадрат пополам. То есть вот вблизи вот этой точки здесь мы получаем просто такой параболоид вращения. И вблизи этой точки, если нарисовать уже линию уровня, а не трехмерный график, то мы получим что-то в таком роде. Вот. Наоборот, вот здесь, вот тут вот, где у нас максимум, тут ситуация обратная, потому что... Значит, что здесь происходит? Вблизи этих точек у нас косинус устроен вот так, а v квадрат пополам устроено вот так. То есть здесь получается что-то типа... Значит, у меня вот это вот в одной плоскости, да, а это в перпендикулярной плоскости. Значит, и получается вот эта картинка, которая называется, не помню как, короче, седлом она называется. Вот такая вот штука. Такой перевал. Значит, наверное, проще всего его рисовать вот так. Как-то так оно выглядит. Вот. И, ну, понятно, можно сказать, что вблизи вот этой точки косинус это примерно...
Это что такое? Это примерно наоборот, значит, вот здесь вот это будет как бы параболка, которая направлена ветвями вниз, и у нас получается уравнение типа такого, типа v квадрат пополам минус x квадрат пополам. Значит, что является линиями уровня вот такого, вот такой функции? Гипербола. Это гипербола, да. Потому что можно сделать вот такое разложение, можно сказать, что это есть такая штука. И это уже просто обычная гипербола. Там, после правильной замены координат, это просто привычно для нас гипербола, типа y равняется единице, деленное на x. Вот, поэтому вот здесь, вот вблизи вот этих вот положений равновесия, у нас линия уровня устроена вот так. Значит, они устроены как вот такие вот гиперболки. Вот. Ну и на самом деле, если тут теперь внимательно посмотреть, ну вот, например, что происходит с вот этой вот линией уровня? Значит, она вынуждена, значит, она вблизи вот этой точки, она почти прямая, ну а дальше она вынуждена вот так вот загибаться и уйти вот в эту вот линию уровня. Потому что, ну как бы, что такое, почему я это утверждаю? Потому что можно, на самом деле, просто формулу выписать и посмотреть. Можно явно выразить, например, v через x из соображений, что... Вот, допустим, у меня есть вот такая вот штука. Равняется какой-то константе. Значит, v квадрат пополам минус косинус x равняется константе. И дальше я могу сказать, что v это есть... плюс-минус квадратный корень из две константы плюс 2 косинус x. Вот. Ну, а дальше понятно, что фактически мне нужно нарисовать график косинуса x, сдвигать его вверх-вниз и вычислять корень из того, что получится. Вот. Ну и, собственно говоря, видно, что если константа достаточно большая, чтобы вот это выражение под корнем не занулялось, то я буду получать картинки вот такого вот типа, которые похожи на самом деле на графике косинуса. Да, вот это вот просто корень из, это просто корень из косинуса. А если наоборот у меня константа маленькая, то у меня значение вот этой штуки будет положительно только для значений x, для которых косинус, допустим, достаточно большой, то есть, скажем, близок к единице. И это будет соответствовать вот этим вот как бы кружочкам, овальчикам. Вот. Но вот это промежуточное положение между двумя состояниями. Вот. Ну, соответственно, получается вот такой фазовый портрет. То есть у нас, значит, это фазовый портрет в координатах x, v. Единственное, что нужно еще сделать, это стрелочки расставить, как-то стрелочки расставляются. Ну, вроде по часовой, после вот этой круглой точки. Да. Значит, на самом деле, поскольку у нас x точка равняется v, то это означает, что там, где v положительно, то есть во всей верхней полуплоскости, у нас происходит движение слева направо. А наоборот, во всей нижней полуплоскости у нас происходит движение справа налево. Поэтому стрелочки расставляются вот так. Вот. Ну и теперь, на самом деле, можно отвечать на всякие вопросы про поведение траектории. После того, как мы эти стрелочки расставили, можно взять любую траекторию и ответить на вопрос, что с ней будет происходить, например, там, при t-стремящемся к плюс бесконечности или t-стремящемся к минус бесконечности. Ну, например, если я возьму вот эту вот траекторию, вот такую, что с ней происходит, когда t стремится к плюс бесконечности? Она периодическая. Да, она периодическая, то есть она просто будет задавать, ну, как бы, соответствующая траектория замкнутая, и это означает, что соответствующее решение будет просто периодическим.
никуда не денется. Хорошо, а есть какие-нибудь траектории, которые имеют предел? Допустим, при этой стремящемся к бесконечности. Вернее, есть ли какие-нибудь решения, которые имеют предел? Траектория – это кривая? Ну, их получается тут несколько. Угу, да. Ну вот, если посмотреть на, условно говоря, окружности, которые втыкаются, угу, то вот они, нижняя имеет предел вот в точке, где вы начали. Угу. Вот, да, обе имеют предел. Угу. Еще вот справа от этих точек, в которые втыкаются, вот нижняя имеет предел, угу, нижняя справа. И нижняя слева, она тоже вроде бы должна втыкаться в эту самую точку. Да, ну вот на самом деле давайте я сейчас чуть-чуть по... чуть более аккуратно картинку нарисую. Собственно говоря, давайте я все-таки попробую. Я, кажется, починил ту визуализацию, которая у меня не работала в прошлый раз. Давайте попробую ее показать. Ну вот смотрите, значит, действительно, если мы стартуем, вот, насколько я могу это сделать, если мы стартуем вот, вот с этой, не так-то просто указать ровно эту траекторию, но вот примерно так. Значит, вот я стартую с вот этой траектории, и видно, что если бы я вот точно попал на вот эту разделительную траекторию, то у меня бы... была бы такая довольно забавная штука, у меня бы маятник бы до бесконечности бы стремился бы к вот этому состоянию, когда он смотрит вверх. Ну вот, значит, на практике, конечно, невозможно попасть в эту траекторию, если вы просто выбираете конкретную точку, но вот видно, что у меня не получилось. А, кстати, забавно, что сейчас... А, нет, вроде... Вроде нормально, да. Значит, у меня сейчас, я попал на траекторию, которая находится внутри, и поэтому, видите, он чуть-чуть не доходит до этого вертикального состояния и не делает полный оборот. Вот. Но так более-менее понятно, что если в целом вы понимаете, как эти траектории себя ведут, то понятно, какое у них предельное поведение. Ну вот, например, все вот эти вот траектории, которые находятся вне вот этого как бы глазка, они все соответствуют вот такому вот движению, когда маятник просто крутится. И понятно, что у них там нет никакого предела, это какое-то вот такое вращение. И вот это тоже вращение, но только другое. Здесь маятник не крутится, а просто колеблется. Просто колебательные штуки. А единственные траектории, которые могут иметь хоть какой-то предел, это вот те траектории, которые... Ну, либо это просто вот такое положение равновесия, когда функция просто постоянная, решение постоянное, ничего не происходит. Либо это траектории, которые имеют предел, а именно вот эти траектории, которые называются сепаратрисами. Ну вот. Ну вот, на симуляции практически невозможно попасть в... эту траекторию. Но, в принципе, мы понимаем, что у нас есть два режима движения. Режим движения, когда маятник качается, и режим движения, когда маятник крутится. И между этими двумя режимами должно быть какое-то состояние, которое их разделяет. И вот это, как бы вот эта вот траектория, которая их разделяет, она как раз потому и называется сепаратрисой, что она разделяет два типа движения. Вот. Соответственно, если вопрос типа, там, я не знаю, найдите все траектории, которые стремятся при стремящемся к плюс бесконечности к чему-нибудь. Ну, дальше вы можете просто посмотреть на картинку, и если у вас построен фазовый портрет, то вы можете просто, проанализировав этот фазовый портрет, ну, вот примерно как мы сейчас это сделали, понять, какие там траектории, куда стремятся. Как ответил я на этот вопрос?
Да, спасибо. А чтобы начальные условия определить, то надо, получается, посмотреть, чтобы x был меньше чего-то. Сейчас, смотрите, значит, если вопрос, например, найти все начальные условия, которые там имеют, допустим, которые имеют, допустим, предел при тесте, стремящемся к плюс бесконечности. Ничего не видим. Так, да. Сейчас увидите. Вот, значит, допустим, у меня вот такой фазовый портрет, и задача найти все решения, у которых есть конечный предел при тесте, стремящемся к плюс бесконечности. Но на самом деле можно просто сказать, что это вот все начальные условия, которые живут, например, вот тут и вот тут. Их можно описать явно, а именно можно просто найти значение нашего первого интеграла вот в этой точке. И на самом деле вот все вот эти вот начальные условия, которые я нарисовал, они описываются просто уравнением, что значение этого самого первого интеграла равно его значению вот в этой точке. А нам же еще другие особые точки подходят, они периодически с периодом ноль. Значит, вы имеете в виду вот эти? Да. Ваша правда. Ваша правда, да. Если вопрос звучит именно так, как я поставил, да, эти точки тоже подходят. Совершенно верно. Вот. То есть, если вопрос про начальные условия, то это, вопрос про начальные условия — это то же самое, что вопрос про траекторию на самом деле. Все эти вопросы, они, если у вас есть фазовый портрет, то, и тем более, если фазовый портрет задан просто как набор линий уровня какой-то функции, то вы на самом деле можете на эти вопросы отвечать просто в терминах, что это линия уровня такого-то уровня, линия такого-то уровня для функции h. А допустим, если вот нас на контрольный будет, нам зададут вопрос, найдите начальные условия, которые отвечают там за что-то. Нам нужно в явном виде или можно сказать, что, допустим, они соответствуют вот такому-то, такой-то области на графике? Ну, скажем так, вот конкретно в этой задачке, я думаю, что я бы не расстроился бы, если бы мне вот эту картинку нарисовали и сдали бы ее в качестве ответа. Вот, наверное, если я... Ну, наверное, я постараюсь сформулировать задачу так, чтобы было понятно, чего именно я спрашиваю. Вот. Понятно, что в какой ситуации я могу задать вопрос, типа, вот выразите вот прям явно в виде конкретной формулы. Но тут всегда вопрос о степени явности выражения тех или иных штук, он такой немножко непонятный, потому что вы можете задать какое-то множество по-разному. Его можно задать в виде там, графика функции y равняется f от x, его можно задать в виде какой-то неявном виде, типа уравнение f от x, y равняется нулю, можно задать еще как-то. Вот. Ну, скажем так, здесь совсем аккуратный ответ здесь был бы, что это множество, которое задается уравнением, допустим, вот таким. Значит, что здесь получается? V здесь 0, а косинус здесь будет, видимо, единица. Или V равняется нулю, а X равняется там. Что там получается? 2πk, что-нибудь в таком роде. Ну, так сказать, если вы хотите совсем аккуратно написать, то вот можно написать такой ответ. Ну, в принципе, от вот этой картинки к этому ответу, ну, буквально один шаг. Если вы понимаете, что это, что то, что вы нарисовали, это линии уровня некоторой функции, то уж написать, и вы знаете, что это за функция, то уж написать эту штуку формулы не слишком сложно. Так, хорошо. Еще вопросы?
Можно еще тогда уточнить? Вот мы на одной из лекций разбирали, как можно доказать, что непрерывного, непостоянного первого интеграла, допустим, не существует. Uh-huh. А вообще, какие еще есть способы доказательства того, что его не существует? Ну, так, я никаких особенно универсальных способов не знаю, кроме... Ну, смотрите, на самом деле... Вот мы просто обсуждали на семинарах, условно говоря, найти какую-то особую точку и показать, что, допустим, в ней там должны быть пределы одинаковые, значит, он везде константа. Да. Вот. Ну, то есть других особо нету каких-то. Ну, как бы, смотрите, история тут такая. Это, на самом деле, сам по себе интересный вопрос, но история тут такая. Значит, во-первых, если у вас есть какой-нибудь фазовый портрет, ну, давайте сначала локально поговорим. Значит, вот есть у меня какой-нибудь фазовый портрет. Значит, какой-нибудь. Есть у нас какие-нибудь особые точки. Пусть какое-нибудь седло тут. Допустим, эта сепаратриса куда-нибудь взяла, вот так вот загнулась. И это тоже куда-нибудь загнулось. Вот есть у меня какой-нибудь такой фазовый портрет. Значит, что здесь будет происходить? Если я возьму какую-нибудь особую, если я возьму какую-нибудь точку, которая не является особой, посмотрю, что происходит в ее окрестности, то на самом деле в окрестности любой не особой точки первый интеграл всегда существует. Ну, более того, их там существует на единицу меньше, чем размерность фазового пространства всегда, независимо. Вот. Это связано с тем, что любое такое векторное поле можно выпрямить. Значит, можно просто, если немножко, так сказать, согнуть это фазовое пространство, то можно перевести окрестность любой не особой точки в векторное поле в окрестности не особой точки, просто вот в постоянное векторное поле. Там первый интеграл будет. Это просто. В данном случае это просто вот эта координата. Вот. Поэтому, на самом деле, действительно нас интересует окрестность особых точек. Про особые точки можно действительно, значит, ну, во-первых, про линейные особые точки там, или про особые точки, у которых нетривиальная линеаризация, все примерно понятно. Значит, тут есть особые точки в окрестности, которые есть первый интеграл, а именно это особая точка типа седла, ну, вот как здесь нарисовано. Да, вот здесь в окрестности существует первый интеграл, потому что она, в общем, топологически эквивалентна седлу, то есть, опять же, ее можно превратить во что-то похожее на седло. И, с другой стороны, мы знаем, что в окрестности седла первый интеграл существует, это как раз просто x1 умножить на x2. Вот. Или, значит, ну, собственно говоря, значит, для такого фазового портрета есть первый интеграл. Но это что-то типа xy. Да, и еще вот для такого фазового портрета есть первый интеграл. Это что-то типа x квадрат плюс y квадрат. Вот. А, скажем, для тех, которые ведут себя как узлы, вот для таких штук, например, для таких штук, или как фокусы, первых интегралов нету. Ровно по тем соображениям, которые мы обсуждали. Вот. Это, конечно, не все особые точки, какие бывают. Бывают более сложно устроенные особые точки, не линеаризующиеся, вырожденные особые точки. Вот. Но, по крайней мере, про вот такие особые точки можно что-то сказать.
Ну, а дальше интересный вопрос, так сказать, если, если спрашивается, если я нарисую какой-то абстрактный фазовый портрет, допустим, в нем нету вот таких особых точек, а есть там вот, вот такие вот особые точки, да? При каких условиях первый интеграл там, допустим, какой-то, на какой-то более обширной области будет существовать? А тут у меня нет никакого универсального рецепта, тут нужно смотреть. Ну, в общем, это такая уже действительно топологическая задачка возникает. В каких областях первый интеграл существует, а в каких нет. Ну, в общем, дальше нужно думать. Ну вот, вам задачка на подумать. Вот смотрите, если у меня есть вот такой узел, вот такой, допустим, и давайте я нарисую кольцо вот такое. Вопрос. А существует ли непрерывный первый интеграл, определенный вот в этом кольце? Можно уже ответ попробовать? Давайте, попробуйте. Ну, наверное, в этом кольце он существует, потому что мы можем на каждую из вот этих наших решений, ну, на линейное, которые, ну, вроде здесь декритический узел получается, они втыкаются, ну, по картинке. Ну, давайте считать, да. Ну, это на самом деле не очень важно. Давайте считать, что это действительно просто лучи. Вот, мы на каждую из этих лучей можем навесить какую-то свою константу. Угу. И наш первый интеграл, он получится непрерывным и получается непостоянным, потому что у нас не возникает проблемы с узловой точкой. Да, как вы это будете делать? Как вы на эти лучи будете навешивать? Ну вот какое-нибудь решение у нас есть, ну там получится что-нибудь типа y равняется c умножить на x, ну какая-то константа умножить на x, то и взять, допустим, c, не знаю, какую-нибудь функцию, которая не прямая, точнее как, которая, допустим, в верхней полуплоскости единичка, а в нижней полуплоскости двойка. Так нельзя? Ой, это будет как-то нехорошо. Ну или сейчас какая-нибудь, которая непрерывная. Это какой-то разрыв будет. Ну, давайте тогда, которая, допустим, если мы смотрим в угол фи, то там будет какой-нибудь e в степени фи, которая будет повторяться. Е в степени. Проблема в том, что угол — это, так сказать, штука, которая не является однозначно заданной. У вас как бы нету такой непрерывной функции от точки, которая бы называлась бы угол, и при этом была бы однозначно задана. А можно тогда синус какой-нибудь взять? О, да. Синус — вот это хорошая идея, а синус угла — это попросту... Что такое синус угла? Отношение, получается, радиуса к игреку. Ну да. Ну, собственно говоря, как раз отношение к радиусу нам не очень важно. Давайте считать, что это просто круглые границы этого кольца. Пусть будут просто окружности. Вот. Ну, то есть, на самом деле, смотрите, можно в качестве первого интеграла действительно взять... значит, что можно взять в качестве первого интеграла? Значит... Да. Да, вы правильно сказали. Значит, можно действительно взять просто отношение y к радиусу. В общем, короче, идея такая. Значит, давайте, например, вот на эту внешнюю окружность давайте определим такую функцию, заданную вот на этой внешней окружности. Функция называется y. Значит, каждой точке этой окружности соответствует ее y-координатам. Это непрерывная функция на этой окружности. Правильно? Да. А теперь давайте продолжим эту функцию внутрь этого кольца, ну, просто вдоль этих лучей. То есть у меня вот здесь значение y, и вот здесь будут такие же значения. Ну, собственно говоря, это ровно то, что вы сказали, это просто синус этого угла, то есть это просто будет на самом деле функция, которая называется типа
y разделить на x квадрат плюс y квадрат. Такая функция. И она будет первым интегралом, потому что... Потому что когда мы движемся... сейчас только корень тут нужно взять. Вот так вот. Потому что когда мы движемся вот так вот, у нас значение этой функции не меняется, когда мы движемся вдоль радиуса. Вот. И это будет непрерывная, это будет непрерывный первый интеграл, определенный именно в этой, в этом кольце. Заметьте, что в начало координат он не продолжается. Там будут проблемы с непрерывностью. Вот. Но это уже вот такая вот вполне нетривиальная задачка. Она, в общем, не столько про дифференциальное уравнение, сколько про топологию в некотором смысле, но вполне могла бы быть на мидтерме, если бы я сейчас ее не рассказал. Еще вопросы? Да, насколько подробно надо выписывать решение линейных систем? Можно ли оставить три матрицы просто при умножении трех матриц, или их надо перемножить? Ну, я не предполагаю, что там нужно будет решать линейную систему с матрицами, но если вам все-таки захочется решать что-то с матрицами, ну, можно оставить в виде произведения трех матриц, нет в этом большой проблемы. Значит, ну, в принципе, вот эта вся история про переходы к другим матрицам, к другим базисам и так далее, это все не входит в программу мидтерма. А вот всякие утверждения о том, что сумма двух решений однородного линейного уравнения является решением этого однородного линейного уравнения, вот такое входит. Так, ну что, еще вопросы? Ну что, все, вопросы, видимо, закончились. Давайте тогда поговорим, собственно говоря, про историю, про которую я хотел сегодня поговорить. И это история про устойчивость положения равновесия. И как раз хорошо, что мы вспомнили про маятник, потому что мне сейчас понадобятся эти примеры. Значит, смотрите, мы на самом деле уже произносили эти слова про то, что вот какое-то равновесие устойчивое, какое-то неустойчивое, значит, но при этом никогда не давали определений. И моя цель на сегодня — это как раз дать определение устойчивости и сделать его таким, чтобы оно бы согласовывалось с какими-то нашими интуитивными представлениями о том, что такое устойчивое положение равновесия. Значит, ну, давайте, прежде чем мы будем это определение придумывать, давайте я напомню какие-то примеры. Значит, ну, во-первых, у нас есть всякие особые точки линейные. Допустим, седла, всякие узлы. Такие. Какие-нибудь такие вот штуки. Вот такие штуки. Значит, чего еще не нарисовал? Еще не нарисовал центры. Значит, это из линейных особых точек, чего у нас было. И еще у нас были примеры нелинейных особых точек. Это как раз то, что мы видели на вот этой картинке выше. Но давайте я и еще разочек нарисую. Значит, в консервативных системах бывают всякие вот эти сюжеты.
Значит, в таком роде. Вот, давайте посмотрим. Значит, какие из этих особых точек устойчивы, какие неустойчивы? Значит, ну, во-первых, можно сразу сказать про какие-то, что они явно неустойчивы. Ну, давайте, может быть, просто начнем с вот этой вот картинки, да? У нас здесь есть два типа особых точек. Значит, есть вот такие, вот такого типа особой точки, есть вот такого типа особой точки. Значит, вот эти особые точки соответствуют ситуации, когда у нас маятник смотрит просто вниз. Значит, тут у него точка подвеса, и он смотрит просто вниз. А вот эти вот особые точки соответствуют противоположной ситуации, когда у нас маятник, наоборот, перевернут, смотрит вверх. Значит, какое положение устойчиво, а какое неустойчиво? Какое положение равновесия устойчиво, а какое нет? Ну, кажется, что центральная точка, она устойчива, потому что если как мы нашу функцию потенциальной энергии вниз-вверх сместим, она останется. А узловые точки, они неустойчивы, потому что если, допустим, мы потянем нашу систему чуть-чуть вверх, то эта точка, она как бы там не будет излома. А если потянем вниз, то она просто пропадет. Да, я понял, о чем вы говорите. Но на самом деле, давайте на секундочку забудем про всякие потенциальные энергии, будем думать только про фазовый портрет сам по себе. Потому что потенциальную энергию мы использовали для того, чтобы этот фазовый портрет построить, но на самом деле реальная система, она даже... Ну, то есть это все-таки некоторое приближение. В реальной системе, например, механическая энергия не сохраняется идеально, потому что есть трение. На самом деле реальный фазовый портрет будет устроен чуть-чуть по-другому. Поэтому давайте пока что думать про фазовый портрет, а не про энергию. Но действительно, даже если мы просто посмотрим на соответствующие механические системы, на состояние соответствующей механической системы, понятно, что там, если мы хотим классифицировать эти положения равновесия на устойчивые и неустойчивые, то вот это положение, когда маятник торчит вверх, оно является неустойчивым. Вот если я... вот у меня есть стилус. Я теоретически могу, конечно, его поставить вот так вот идеально вертикально. Ну, теория мне подсказывает, что такое состояние существует. Но на практике мне это не удается сделать, и даже если бы вдруг мне удалось бы на какую-то секунду это сделать, то понятно, что дальше у меня чуть-чуть бы дернулась рука, поскольку я не могу поддерживать ее абсолютно неподвижной. И сразу после этого, ну, фактически это означает, что, ну вот, даже если я находился, допустим, вот здесь, если я чуть-чуть сдвинулся, то я сразу же ухожу на траекторию, которая не, значит, которая как-то ведет себя совсем не как это положение равновесия. Она уходит далеко от этого положения равновесия. Вот. Поэтому вот эта штука явно неустойчива. Вот. Ну, а вот это противоположное состояние, да, у меня маятник смотрит вниз, я его толкнул, ну, он колеблется вблизи этой точки, ну, в общем, далеко не убегает. Ну, в общем, можно считать, что это устойчивое положение равновесия. Да, согласны с такой классификацией? А можно тогда спросить, а как именно мы понимаем, ну, точнее, как мы определяем движение нашей системы в данном случае? Ну, то есть, что мы меняем, чтобы наша картинка изменилась? Ну, давайте считать, что картинка у нас все-таки фиксирована пока что. Мы поговорим про то, как картинки будут меняться чуть попозже. А мы думаем о следующем. Когда мы спрашиваем про устойчивость положения равновесия, мы спрашиваем, что произойдет с решением нашего уравнения, если мы сдвинемся из этого положения равновесия в какую-то близкую точку. То есть вот представьте себе, что вы жили в положении равновесия, а потом пришел какой-то внешний шок и вас чуть-чуть столкнул. Дальше мы спрашиваем, а что произойдет после этого? То есть это означает, что вы смотрите на то, как изменится траектория, если вы как бы сдвинетесь в качестве начального условия, возьмете не само положение равновесия, а какую-то очень близкую к нему точку.
А, понятно, спасибо. Вот. Так, давайте пройдемся по вот этим линейным штукам и их тоже расклассифицируем. Значит, кто устойчивый, а кто неустойчивый. Давайте, это первая штука. Мы вроде на семинарах это обсуждали. У нас все системы из этих вроде бы устойчивы, кроме центра. Нет, это, кажется, не то утверждение. Или это про другое? Это не то утверждение, это утверждение про, так сказать, структурную устойчивость, про то, что они, и про то, что если система немножко пошевелится, добавить к ней, допустим, каких-то нелинейных слагаемых, картинка не изменится качественно. А мой вопрос сейчас именно про устойчивость положения равновесия. Ну, тогда, получается, первая картинка, она неустойчивая, потому что если мы в какую-то точку из центра отойдем, то мы будем либо по гиперболам условным, либо по вот этим прямым, ну, наверное, так, если мы двинемся в какую-то точку, которая не будет вертикальной прямой, потому что если на вертикальную прямую, то мы вернемся назад. Да, ну вот, опять же, ну, на самом деле понятно, что если мы вроде как решили, что вот эта штука неустойчивая, да, вот эта штука — это то же самое. Фазовый портрет очень похоже устроен. Поэтому, в общем, логично считать, что это тоже неустойчиво. Вот эта штука. А это тоже. Там мы вообще разбегаемся отсюда. Да, тоже неустойчиво. Тоже, если мы чуть-чуть сдвинемся из этой особой точки, то мы куда-нибудь сразу убежим. Значит, эта штука неустойчива. Вот эта штука третья. Ну, это получается устойчиво. Устойчиво. Значит, здесь, ну, как это проверить? Вот если я выйду из этого, значит, начального условия, если я сдвинусь из положения равновесия, то я окажусь на траектории, которая будет, наоборот, стремиться к этому положению равновесия. Хорошо, а вот эта штука? Там зависит от того, в какую сторону мы либо закручиваемся, либо раскручиваемся. Если мы закручиваемся, то она устойчива, а если раскручиваемся, то наоборот. Ну вот давайте конкретно, вот стрелочка расставлена так, как здесь. Ну, получается устойчивая. Устойчивая. Угу. Да, а вот здесь наоборот, стрелочка выходит, значит, приводит к тому, что мы убегаем от особой точки в конечном итоге. И это неустойчиво. А вот эта штука? Ну, вроде как мы определяли ее для первой системы, она устойчивая, но мы не возвращаемся в ту же самую точку. Угу, да. И это на самом деле хорошее замечание. Давайте я напишу так: устойчиво, но под некоторым вопросом, потому что действительно, в отличие, например, от вот такой штуки, про которую все понятно, вот мы чуть-чуть сдвинулись, потом подождали, и дальше мы уже супер близки к той точке, в которой мы были изначально. Тут уж прям устойчивость, никуда не денемся. Вот эта штука, она более хитро устроена, потому что здесь, если мы чуть-чуть сдвинемся, то мы начнем жить на какой-то траектория, которая колеблется, значит, наше решение будет колебаться вблизи положения равновесия, но при этом к этому положению равновесия стремиться не будет. Вот. И это такой немножко пограничный случай. То есть здесь мы, когда мы говорили про маятник, в общем, вроде как логично вот такое положение маятника назвать устойчивым. Но есть какое-то сомнение насчет этих точек. Ну, хорошо, то есть, вот смотрите, у нас есть какое-то интуитивное понимание о том, какие особые точки устойчивы, какие нет. Давайте попробуем теперь придумать определение. Наверное, можно сказать, что какой-то окрестности остается. Если мы шагнем из особой точки, то траектория будет находиться в какой-то ограниченной области возле этой
Ну или нет, не совсем строго. Так, я хочу, чтобы вы дали аккуратное определение, чтобы вы аккуратно квантеры расставили. Здесь это самое главное. Значит, можно сказать так, что для любого эпсилон у нас найдется такой радиус, в который мы можем поместить точку, что наше отклонение будет лежать вот в этом эпсилон. Значит, для любого эпсилон... Ну, эпсилон — это у меня будет, получается, радиус, так, что я найду такое дельта, что я мою точку положу в диск, ну, точнее, ладно, в окружность радиусом меньше, чем дельта, и у меня отклонение будет не больше, чем эпсилон. Слушайте, ну это самое... Как это? Ну, просто обычно, когда я читаю эту лекцию, у меня уходит примерно минут, наверное, 20, чтобы студенты придумали правильное определение. Это первый раз, когда кто-то дает правильное определение с первой попытки. Значит, даже как-то... Ну, ладно. Хорошо, смотрите. Значит, для всякого эпсилон больше нуля найдется такая дельта больше нуля, такая, что для всякого начального условия x0, принадлежащая дельта окрестности нашей особой точки, что-то у меня сейчас x со звездочкой — это моя особая точка. Значит, справедливо следующее утверждение. Значит, ну давайте аккуратно утверждение скажем. Значит, вот у меня есть решение, допустим, φ от t x 0. Значит, это решение с начальным условием x 0. Значит, и что мы про вот это решение говорим? Ну, оно, получается, должно... В общем, фи от tx0, оно должно быть по модулю минус x0, по модулю быть меньше, чем эпсилон. Значит, минус x0. Ну, давайте возьму какую-нибудь норму. По модулю меньше, чем эпсилон. И для каких-то это должно выполняться? У нас еще на t нет никакого квантера. Наверное, для любых t, при которых определено решение фи от tx0. Ну, слава богу, хоть какую-то ошибку вы сделали. Значит, если написать вот так, да? В чем проблема с такой формулировкой? У нас, по идее, t должно стремиться к бесконечности, да? Или просто? Ну, непонятно, что это значит. Значит, в чем проблема у вас такой формулировки? Почему такая формулировка не работает? Потому что мы берем для конкретного... А, нет, все, не знаю. Ну, давайте представим себе, что у меня есть просто вот какая-нибудь вот такая вот особая точка, про которую мы точно знаем, что она устойчива во всех разумных смыслах. Будет ли вот это утверждение справедливо для вот такой особой точки? Ну, нет, потому что она улетит на бесконечность. При каких-то? При, ну, в минус, когда он в минус бесконечность стремится. Да. Значит, действительно, вот при отрицательных t оно будет наоборот уходить далеко от начала координат. Поэтому вот тогда... Поэтому это тоже не будет работать. Угу. Простите. А тогда можно просто ограничить, сказать, что как бы для t как-то ограниченных снизу. Ну да, на самом деле вот будет достаточно вот такого. А мы, получается, тогда можем ввести две устойчивости, которые направлены в плюс и минус бесконечность? Ну, обычно устойчивость всегда направлена в плюс бесконечность, а если вы хотите сказать, что какая-то точка, наоборот,
так сказать, устойчиво, но только если здесь условия заменить на противоположное, то вы говорите, что вы можете сказать следующее, что давайте мы возьмем нашу особую точку, обратим время и скажем, что вот для обращенного времени наша особая точка является устойчивой. Вот. Значит... Можно еще вопрос? Да. А почему мы вычитаем из x0? x0 — это же какое-то отклонение. Там не нужно x со звездочкой? Ой, да, конечно. Конечно, x со звездочкой. Все хорошо, спасибо. Да. А расстояние до x со звездочкой? А здесь фи обозначает как бы все значения на траектории. Ну, фи это, ну, фи от tx0 — это просто решение нашего уравнения. Значит, у нас есть уравнение x точка равняется v от x. А фи от tx0 — это значение, ну как, если я зафиксировал x0, то это просто функция, вот это просто функция от t, это просто мое решение. А x0 обозначает начальное условие. Соответственно, фи — это решение, для которого выполняется вот такое начальное условие. Да, понятно, спасибо. Вот. Хорошо. Значит, давайте теперь посмотрим на это определение. Давайте посмотрим с точки зрения наших каких-нибудь точек. Но давайте проверим все-таки, вот такая вот штука будет устойчива или не будет устойчива относительно вот этого определения. А можно еще раз, мы про центральную точку говорим? Ну да, вот по такую. Да, вроде бы будет. Угу. А почему? Потому что мы, допустим, возьмем какой-то эпсилон, дальше мы знаем, что у нас все траектории, они замкнуты, поэтому угу. Мы можем их максимально сузить, ну если просто так говорить, вот, максимально сузить, потому что мы знаем, что каждая из них, она замкнута в какой-то окружности, каким-то радиусом. Угу. Мы можем ограничить этой окружностью и, ну, собственно, дельта выбрать радиус этой окружности. Да. Ну, собственно говоря, картинка вот такая. Значит, вот у нас был какой-то эпсилон изначально заданный. Значит, допустим, что я хочу не убегать за пределы вот этой окружности. Значит, вот это у меня мой эпсилон. Понятно, что у меня есть траектории, которые стартуют в этой эпсилон окрестности, но убегают из нее. Но, тем не менее, я могу сузить дополнительно эту окрестность, то есть взять дельту еще поменьше, значит, так, чтобы не убегали. Ну, как это можно сделать? Можно, например, посмотреть на эллипс, который будет вот так вот касаться этой окружности, и внутри этого эллипса еще нарисовать какой-нибудь вот такой вот кружочек. И вот тогда уж мы точно знаем, что если мы стартуем внутри этого кружочка, значит, это будет как раз наша дельта. Если мы стартуем внутри этого кружочка, то мы просто не уйдем за рамки вот этого эллипса. Ну, а с другой стороны, этот эллипс не уйдет за рамки вот этой эпсилон-окрестности. То есть видно, что вот эта конструкция с тем, что у нас есть две отдельные окрестности. Одна окрестность — это та, за рамки которой мы не хотим выходить, а другая окрестность — это наше ограничение. Это та окрестность, в которой мы обязаны стартовать. Значит, что вот она действительно по существу здесь. Нельзя обойтись одной окрестностью, потому что и из любой кругленькой окрестности мы в любом случае выйдем. Но суть состоит в том, что мы можем обеспечить себе ситуацию, когда мы уходим от нашего начального условия не слишком далеко. То есть это означает, что вот для любой степени отдаления, которую мы хотим обеспечить, мы можем потребовать некоторую малость исходного отклонения так, чтобы ну, вот мы не слишком далеко убежали. Вот. Значит, то, что мы сейчас придумали, называется определением, это называется устойчивость Полипунова. Вот.
А бывают еще какие-то устойчивости? Бывают, да, сейчас скажу. Значит, смотрите. Устойчивость Полипунова, она действительно устроена так, что для нее вот такие вот траектории, вот такие фазовые портреты, они оказываются устойчивыми. Но, точнее, особые точки с такими фазовыми портретами. Но, с другой стороны, можно сказать, что нам это не нравится. Можно сказать, что мы хотим более сильное требование устойчивости, а именно вот такая ситуация, что мы чуть-чуть отклонились, а потом где-то здесь колеблемся вблизи этой особой точки, что вот это нам не нравится, наоборот. Ну, как бы в этом тоже есть смысл, потому что, ну, вот на самом деле, когда мы рисуем вот эту картинку, мы понимаем, что это идеализированная картинка для маятника без трения, но на самом деле вот это положение равновесия в реальной механической системе, оно не будет содержать в себе бесконечных колебаний, потому что есть какое-то трение, у нас в любом случае будет затухание. Поэтому, в общем, если мы перестанем называть вот такие особые точки устойчивыми, а будем требовать, чтобы в конечном итоге наша траектория все-таки стремилась к той особой точке, из которой мы ушли, это вполне разумное требование, и вполне разумно можно рассмотреть другое определение устойчивости, при котором это требование будет явно сформулировано. А именно эта штука называется асимптотическая устойчивость. Значит, именно асимптотическая устойчивость — это следующее условие. Это устойчивость Полипунова плюс требование, чтобы существовала такая дельта, что для всякого x0 из дельта окрестности точки x со звездочкой фи от t x0 стремится к x0 при t стремящемся к плюс бесконечности. Значит, это условие асимптотической устойчивости. Значит, оно явно делает центры неустойчивыми. То есть про центры мы можем сказать, что они являются устойчивы Полипунову, но не асимптотически. Там разве не для любого дельта? Почему именно существует? Больше. Ну, для любого-то это неправда, потому что давайте представим себе вот такую систему. Давайте представим себе систему на плоскости, которая устроена вот так. У нас есть три особые точки, и динамика устроена вот так. Даже система напрямую просто. Вот тогда про вот эту особую точку, значит, будет она асимптотически устойчива или нет? Нет, нет. Не будет, нет. Почему? А ну, вроде бы, если из того определения, которое мы дали, у нас существует дельта, что предел равен x0. Да. А если, наверное, для любого, то не существует, потому что мы можем выбрать, когда он будет за крайние точки и будет уходить в плюс и минус бесконечность. Да. Значит, вот я хочу, чтобы вот для такой картинки вот эта точка была бы устойчива асимптотически. А не будет такого, что мы возьмем какую-нибудь более маленькую окрестность, и там все поломается? Ну, на самом деле, если какая-то дельта существует, то для любой дельты, которая меньше, это условие тоже будет выполняться. Да-да-да, все, я дошло, спасибо. Вот. Значит, вот два определения устойчивости. Значит, на самом деле определения не очень удобны для того, чтобы их прям-таки применять. Ну, то есть понятно, что в каких ситуациях вы можете что-то доказывать прямо по определению, но если у вас написано абы какая особая точка,
написано обо какое уравнение с особой точкой, и вы хотите проверить особую точку на устойчивость, не всегда удобно пользоваться определением. И, по счастью, тут есть теорема, которая во многих случаях позволяет ответить на вопрос про устойчивость. Значит, собственно говоря, теорема Липунова об устойчивости по первому приближению называется. Значит, она говорит следующее. Пусть у нас есть уравнение x точка равняется v от x. И пусть у нас есть x со звездочкой особая точка. И пусть A – это матрица линеаризации. Значит, линеаризация системы в особой точке. Тогда, возможно, несколько случаев. Давайте считать, что у меня у этой матрицы есть собственное значение. Лямбда 1 и так далее, лямбда n. И тогда, возможно, следующие варианты. Первое. Все вещественные части этих собственных значений строго меньше нуля. Тогда x со звездочкой асимптотически устойчиво. Второй вариант. Существует такое собственное значение, у которого вещественная часть строго больше нуля. Тогда x со звездочкой не является устойчивой по Липунову. Но между этими двумя условиями на самом деле есть некоторый зазор. Значит, в остальных случаях теорема не дает ответ. Вот. То есть это означает, на самом деле, что во многих случаях вы можете просто посмотреть на линеаризацию и ответить на вопрос про устойчивость. Ну, в принципе, так, если мы посмотрим на все, что мы знаем про линейные уравнения, то, в принципе, легко поверить в эту теорему. Потому что, ну, давайте посмотрим. Значит, вот если возвращаться к, допустим, линейным системам на плоскости, к линейным особым точкам на плоскости. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, например, узлы, у которых вещественное собственное значение. И если собственное значение отрицательное, то это устойчивый узел. Если положительное, то это неустойчивый узел. Значит, мы там пишем вещественную часть, но в этом случае просто вещественная часть наших собственных значений, это просто сами эти собственные значения. Бывают фокусы. И опять же, помните, когда мы выписывали решение для фокусов, оно устроено как-то так. Там возникала экспонента от вещественной части собственного значения. Вот если у нас здесь собственные значения были, допустим, лямбда равняется альфа плюс минус и омега, то у нас возникала вот такая вот какая-то штука, e в степени альфа t умножить там на матрицу поворота, на e в степени и омега t на z0.
И как раз вот это e в степени альфа t, то есть e в степени вещественной части собственного значения, оно как раз отвечает за то, будем ли мы приближаться к особой точке или удаляться. Будет у нас вот такая картинка или вот такая картинка. Вот. И это значит, ситуация, когда теорема работает. Значит, бывает ситуация, когда теорема не дает никакого ответа. А, да. Еще одна ситуация, когда теорема дает ответ, это, например, вот это седло. Потому что здесь у нас одно собственное значение положительное, другое отрицательное. Ну, и это как раз условие вот это. Что найдется такое собственное значение, у которого вещественная часть положительная. Вот. Но бывают случаи, когда теорема не дает ответа. Это, например, если у вас есть какая-нибудь... Ну, собственно говоря, примерно понятно, что... Примерно понятно, как... что именно входит вот в этот третий случай. А именно, если у вас вот эта вещественная часть, это мнимая часть, то в этот случай входит ситуация, когда у вас есть какие-то особые, какие-то, собственно, значения, которые просто лежат на вертикальной оси, то есть имеют нулевую вещественную часть, и все остальные отрицательные, если они есть. Например, какая-нибудь вот такая вот штука. Вот. В этом случае теорема об устойчивости первого приближения не дает никакого ответа. Это как бы такой наиболее тонкий случай, и здесь... Из-за того, что у нас есть вот эти вот нулевые, собственно, значения с нулевой вещественной частью, у нас нет как бы достаточной, линейная часть не дает достаточной информации для того, чтобы что-то сказать про поведение нелинейной особой точки. В частности, например, это случай центра. Значит, ну вот сам по себе центр, линейный центр, мы исследовали на устойчивость, просто пользуясь определением. Но дело в том, что если мы этот линейный центр немножко возмутим, то даже сохраняя вот такое, сохраняя ровно такое, такую линеаризацию, мы можем заставить эти траектории либо стремиться к особой точке, либо наоборот разбегаться от особой точки, просто добавляя нелинейные слагаемые подходящие. И это как раз и означает, что, глядя только на линеализацию, мы не можем ответить на вопрос про устойчивость в этом случае. Значит, ну вот сейчас доказать эту теорему я сейчас не успею, но, может, в следующий раз немножко поговорим про доказательства. Вот. Ну, вот такая история про устойчивость. А можно вопрос еще задать? Mm-hmm. Правильно ли я понимаю, что если у нас есть какие-то... Правильно ли я понимаю, что если решение определено, то оно определено на связанном множестве, то есть не может быть разрывов? Да. Да, значит, мы считаем, ну, то есть мы считаем, что у нас обязательно, что у нас по определению решение дифференциального уравнения — это функция, которая задана на некотором промежутке, то есть на некотором связанном подмножестве прямой. Это отрезок, интервал, полуинтервал, луч, прямая, по-моему, все. Хорошо, если это так, то, например, пусть у нас на плоскости нарисованы какие-то траектории, угу. Скажем, существует ну, какое-то место разрыва. Вот представьте, что ну, вот, нарисуйте какую-нибудь траекторию, и вот у нее какая-нибудь точка просто выколота. Вот, и дальше там продолжается. Вот, ну то есть это по сути два решения, правильно? Скажем так, не совсем понятно, по какой причине эта точка выколота. Если она выколота по причине каких-то, так сказать, если она выколота по какой-то содержательной причине, например, вот если это именно траектория, то есть если это фазовое пространство, допустим, вот здесь x, здесь y, и это, допустим, какая-то вот такая штука. Ну вот тогда может так оказаться, что вот здесь у нас просто особая точка. Да, именно вот такая система.
Да, и, ну, окей, давайте, может быть, вот так сделаем. Хотя могло бы быть и вот так. Такое тоже возможно. Вот такая, да, это будет две отдельные траектории, два отдельных решения. Вот одна траектория, вот другая траектория. И тогда правильно ли я понимаю, что вот то, что вы первое салатовым выделили, а при Т, стремящемся к плюс бесконечности, стремится к особой точке? Да, 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 совершенно, да, совершенно верно, да. Да, собственно говоря, и как бы вы, пафос состоит в том, что обычно вы можете, просто глядя на фазовый портрет, отвечать на всякие вопросы про предельное поведение траектории. По крайней мере, если это предельное поведение, именно что если у вас есть конечный предел. Потому что если у вас есть если у решения есть конечный предел, то это автоматически означает, что у вас траектория тоже к чему-то стремится. Ну, а стремиться, на самом деле, может только к особой точке, больше не к чему. Потому что если у вас траектория имеет какой-то предел, этот предел конечный, если вы посмотрите на то, что у вас происходит в самой этой предельной точке, то там как бы скорость движения должна быть равна нулю. Иначе вы не сможете к ней стремиться. Вот. Ну и... Ну, просто там не совсем, наверное, дальше понятно. Если мы вот, смотрите, мы немножко шагнем дальше, то мы, по сути, из нее выйдем. Да. Вот то представьте есть... себе, что у вас есть вот такое вот уравнение. X точка равняется X квадрат, например. Вот у него фазовый портрет, ну, просто напрямой. У него фазовый портрет устроен вот так. У вас есть особая точка, 0. У вас есть две отдельных траектории, вот таких. Вот у вас есть два отдельных решения. Как вот вы, то есть, ну, решений-то здесь много, но вот если, например, я взял, допустим, я могу взять, допустим, возьмем начальное условие, скажем, x0 равняется минус единице. Да? Ему будет соответствовать какое-то свое решение. А именно этому решению будет соответствовать вот такая вот фазовая кривая. Она будет просто стремиться к этой особой точке. А, соответственно, вторая, она как бы, ну, в обратном направлении стремится к особой точке. Да, это правда. Нужно, ну, просто это кажется таким более-менее интуитивным. Надо ли это как-то пояснять, доказывать? Нет, но если вы понимаете, как бы если вы построили фазовый портрет и обосновали, что фазовый портрет выглядит действительно так, как вы его построили, то, в общем-то, достаточно понимания того, что фазовая кривая ничего не может, ну, как бы, если у вас есть действительно вот такой вот участок фазовой кривой, а здесь есть особая точка, а здесь еще вот так вот стоит стрелочка, то, в общем, тут нет никаких других вариантов. Она будет стремиться к этой особой точке, никуда не денется. Просто, наверное, скорее тут, ну, как мне кажется, что не совсем строго, что это стремление именно при бесконечности. А куда еще? Если у нас стрелочка вот так стоит? Например, если предел в конечной какой-нибудь точке. А что происходит с решением сейчас? Предел в конечной точке. Но дело в том, что если решение... Дело в том, что по теореме о продолжении решения за границу компакта, и если у вас... Ну, вот давайте посмотрим. Значит, вот давай теперь рисовать не фазовые кривые, а интегральные кривые. Картинку в расширенном фазовом пространстве. Значит, вот у меня есть вот эта особая точка. Ей соответствует просто постоянное решение здесь. Ну, окей, давайте я уже буду честно рисовать для вот этого уравнения. Значит, вот у нас есть горизонтальная прямая, которая есть наше решение. И, значит, вот у меня есть фазовая кривая, которая стартует, ну, давайте откуда-нибудь вот отсюда, да, от минус единицы. Значит, во-первых, я знаю, что во всей вот этой области отрицательной у меня движение происходит вверх, в положительную сторону. Поэтому я никуда не денусь, у меня будут... Значит, я точно знаю, что фазовая кривая, точно не фазовая, а интегральная кривая соответствует функции, у которой возрастает. То есть график будет вот так подниматься вверх. А с другой стороны, это означает, что я могу выбрать какой-нибудь вот такой компакт. И я точно знаю, что я могу это решение продолжить до границы этого компакта. А это, в частности, означает, что я никуда не денусь, и
Ну, понятно, что если я продолжаю это решение до границ компакта, то до какой границы я его могу продолжить? Какую границу он может пересечь? Значит, оно не может пересечь вот эту границу, потому что возрастает. Оно не может пересечь вот эту границу, потому что оно не может проскочить через особую точку в теореме существования единственности. Поэтому единственное, как она может пересечь границу вот этого компакта, ну, окей, если я, давайте нарисую вот такой компакт. Значит, я рассматриваю только положительное время сейчас. Т стремится к плюс бесконечности. Значит, вот эта граница меня не интересует. Значит, единственное, как она может пересечь этот компакт, это через вот эту штуку. Это автоматически означает, что я могу вот такое решение, покуда оно остается гарантированно ограниченным, я его могу продолжать сколь угодно далеко при t стремящемся, значит, для сколь угодно больших t. Поэтому дальше возникает вопрос, а как еще функция может стремиться к вот этой штуке? Если, ну, то есть, утверждение такое, смотрите, у меня получилась следующая штука, у меня получилась функция, которая ограничена и при этом монотонно возрастает. Значит, у нее, во-первых, есть предел, а во-вторых, этот предел обязан совпадать с вот этой вот штукой, именно предел при t-стремящемся к плюс бесконечности. Значит, давайте вот это вот, пусть у меня будет какая-то фиат t. Значит, у меня существует предел вот такой. Значит, во-первых, мы выяснили, что фиат t можно определить на всей прямой, потому что, ну вот ее каждый раз можно продолжать, и так до бесконечности. Во-вторых, можно сказать, что у нас есть вот такой предел по там, теореме Бальцона-Вирштрасса. В-третьих, этот предел обязан быть нулем, потому что если он вдруг не ноль, то это что тогда бы означало? Это бы означало, что значит, если бы он был бы не нулем, а какой-то другой точкой x1, да, то это бы означало, что в точке x1 векторная, что в точке x1 моя правая часть моего уравнения тоже должна обнулиться. Потому что сейчас, значит, как это обосновать здесь? Я, наверное, не совсем про это хотел сказать. И про то, что на какой-то, в какой-то момент может как бы достигнуться этот предел, а потом улететь куда-то вниз или вверх, ну, неважно. Нет, достигнуться она не может. Ну, да, то есть, как бы, я хотел сказать, что, а что если наше решение просто не определено на бесконечности? Ну, это как раз вот эта теорема продолжения решения до границ компакта. Она говорит, что вы можете продолжать вот это решение докуда угодно, именно в силу его ограниченности. То есть, решение может перестать существовать, а решение дифференциального уравнения может, так сказать, существенно перестать существовать только одним способом. Оно может уйти на бесконечность. Вот то же самое уравнение x точка равняется x квадрат нам демонстрирует такой способ. Вот если я построю решение вот здесь, да, то оно в какой-то момент перестанет существовать, потому что оно дойдет до вертикальной асимптоты, и после этого его уже не продолжишь. Но вот в этой части вот это решение, оно будет продолжаться до сколь угодно больших t. Потому что мы знаем, что решение всегда можно продолжить до границ компакта. А компакт мы можем выбирать сколь угодно протяженным вправо здесь. Ну да, понятно, да, спасибо. Вот. То есть, да, ну, например, вот влево вот это решение уже не обязательно можно продолжать. Собственно говоря, его в какой-то момент будет нельзя продолжать, потому что у него здесь наоборот будет вот такая асимптота. Вот. Но именно в эту сторону все хорошо с определением решений. Вот если бы я задал вопрос о том, какой предел решения при t, наоборот, стремящемся к минус бесконечности, вот сюда вот, то это на самом деле не совсем понятно заданный вопрос, потому что как раз ровно потому, что решение просто не будет существовать для t слишком отрицательных. Сказать, что он хотя бы в минус бесконечности летит. Но это... Ну да, ну... Как бы я бы здесь принял бы ответ минус бесконечность, хотя технически вопрос просто задан некорректно, потому что этот предел не определен. Понятно, да, спасибо. Вот. Но вот именно вот с этой частью здесь никаких проблем не возникает. Когда у вас есть стремление к особой точке, оно, так сказать, здесь нет никакой проблемы. Вот.
Ну, а тут, нужно сказать, что если бы вдруг была бы какая-то точка x1, к которой бы вот эта штука стремилась бы, ну, что бы это означало? Это бы означало, что производная функции фи должна была бы стремиться к нулю. Да, похоже, это на правду. Просто не всегда же есть функции. У нас, например, есть фазовый портрет, но мы не понимаем, как выглядит решение. Да, но все равно рассуждения будут такими же. Ну, как видите, я написал какую-то конкретную функцию, я нигде не рисовал, так сказать, я нигде не писал формулу, которая задает решение. Ну, понятно, что для того, чтобы понять, что здесь будут вот эти вот асимптоты, например, нужно написать решение. Без этого трудно доказать именно, что здесь будет уход на бесконечное и законечное время. Но там, вот для того, чтобы понять, что вот в этом случае есть стремление к этой особой точке, в общем, никакой явной формулы нам не нужно. На самом деле, может быть, немножко более содержательный вопрос или более сложный. Вот если немножко вы повыше пролистнете. Нет, я хотел, да, вот этот повыше. Ну, неважно, давайте здесь. Представьте, что на каком-то... Нет, все хорошо. Да, спасибо. Так, ну что, еще вопросы? Так, ну хорошо, если вопросов нет, тогда, видимо, на сегодня все. Значит, если будут еще какие-то вопросы про завтрашний мидтерм, пишите, постараюсь ответить. Вот, все тогда. До свидания. Спасибо, до свидания.